Мастер-класс по самбо от чемпиона мира начался с разминки. Кувырки, прыжки, растяжки и безопасное падение. Некоторые из ребят пробуют заниматься самбо впервые, другие и раньше занимались единоборствами. Рукопашный бой, карате последние 2 года, до этого хоккей с мячом профессионально 5 лет, футбол 7 лет, как-то так, плавание 3 года. Ну, с профессионалом тренироваться – это всегда очень высокий уровень, и очень было приятно познакомиться с таким человеком. Во время пресс-конференции «Секреты успеха» Денис Гольцов рассказал о своей спортивной карьере и достижениях. Поделился планами на будущее, а также ответил на вопросы ребят. В течение дня сменовцы участвовали в конкурсе. Они снимали видеоролик, в котором один из них показывает любой спортивный элемент. Сальто, шпагат, прыжки на скакалке. Приз и фото со спортсменом ждали победителя. Я принимала участие, также я организовала свой отряд. Но наш отряд принял самое активное участие в этом конкурсе. Хочу подчеркнуть такую особенность, что ребята, даже несмотря на то, что приехали со всех регионов и друг друга толком не знают, все равно они держатся одной большой семьей, у каждого свой отряд, и они друг друга поддерживают, за друг друга болеют. Это очень ценное и положительное качество, тем более воспитание подрастающего поколения.